Маленькие артисты Казахстана выходят на международный уровень. Столь приятная новость пришла к нам прямиком из Греции после окончания фестиваля под названием Paradise Holiday School. К слову, фестиваль этот отнюдь непростой. По большому счету, он представляет собой серию различных кастингов, таких, например, как Международная музыкальная академия Евровидения, Школа музыки и Comedy Club Junior. Лев вышел из себя. Как быть? С чего начать? Сорвать сердце с хвоста. А номер? А печать? Еще придется отвечать. Ясмин Мажитовой всего-то 10 лет. На кастинге Comedy Club Junior девочка оказалась единственной казахстанкой, кого заметили. Я поеду теперь в Москву на Comedy Junior. А потом 27 ноября я поеду в Киев. Ну а в финал телепроекта «Музыкальная академия Евровидения» прошло 12 казахстанских детей. Соревноваться им пришлось с молодыми коллегами из России, Украины и Греции. Плюс к этому дети получили серию мастер-классов по сценическому и вокальному мастерству от именитых профессионалов своего дела. Среди них, например, известный продюсер Барри Алибасов, а также казахстанский певец Расул Жармагамбетов. Жалко, конечно, то, что в Казахстане нету таких школ. То есть есть школа, вот танцари школа, детская школа, продюсерский центр, скорее всего, он больше, в большей степени, поэтому там не обучается, там, может, и обучают только вокалу. А в основном нужна именно сценическая постановка детей. Вместе с Расулом в качестве члена жюри в Греции была Эмируэрт Мусрали. Это надо признать и говорить, то, что Казахстан, он слаб насчет школы. Украина и Россия, особенно они, у них есть школа, фундамент. Дети все раскрепощенные, свободные, они выходят как артисты, поют, ведут себя, говорят, они ведут вообще все это мероприятие, говорят. Действительно, без всяких граней. В конце ноября юные финалисты проекта вновь соберутся, но уже в Киеве. Там они пройдут обучение в академии и поборются за право участия в национальных отборочных турах на детское Евровидение. Два представителя от Казахстана получат право принять участие в прямом эфире украинского детского Евровидения в Артеке летом 2014 года. Однако на этом новости не заканчиваются. С февраля по апрель 2014 года казахстанские зрители тоже смогут увидеть проект и голосовать за своих фаворитов в эфире телеканала Хит ТВ. Детские проекты, которые будут участвовать в Евровидении, в частности, в Музыкальной академии Евровидения, это не развлекательные передачи для детей, это не мультфильмы, это не фильмы для детей. Фактически они нацелены на взрослую аудиторию, как ни странно. Потому что вот в Музыкальной академии Евровидения дети поют взрослые песни. Что ж, пожелаем нашим детишкам уверенности в своих силах и, конечно же, успехов.